тебя и больше. Итак, вы готовы, девчонки? А мы сейчас послушаем это отличное зрение. Итак, девчонки, девушка и мальчик. А чё? Вы мои карточки забрали уже, да? Все? Все выучили? Да. Она и сама ведущая, хрен его. Кто? Хотя она сама ведущая. Да. Группа, но. Где, можно еще взять? Ну а где ты была? Мы же прямо там. Я не понял. Дяшка. Классно, что за ним. Яшка Мешка. Пятка. Не знаю, человек уже обсудили, что в гости. А вот не выйдет ли с того канала? Кого? С того канала не выйдет? Не знаю. Два канала? Фамилию знаете вы все. Тебе фамилию знаете все. Конечно. Ну, я-то и так знаю давно. А ну да. Ссылочку дам потом. А нам не слышно. А пока нет эфира. В этот раз я крупную в прямую херу упала. Крупную под прямую херу в этот раз. Нет, я бы не вышел. Не, ну нафиг. Я стрелу, или тяжело у вас? Второй раз. Куда-то мы пошли дальше. Дальше и дальше отходим. А где ведущая? Какая ведущая? Его, его. Она появится. Зачем? Тебе поменялось все. А кто еще знает, кем ты ставишь? Давай споем. То руки поднять хоть тогда вот. Сюда вот прям. Вместе, вместе. Давайте, что, что мы здесь? Пока кругом круто. Готовимся. Будем сами себя развлекать. Правильно, что я буду делать? Это веселье. Thank you.
А Паша вывелся? Не, он сейчас едет. Не пришел? А ты? Лучше Паша. Да, Паша лучше ведет. Бегает больше. Ну, толстый кровь не делает. Цвать больше? Цвать больше? Добрый вечер! Yes.
дайте. В прямом включении, так скажем, первый раз участвовал. Сообразите, я думаю, что у вас все получится, если что, я вам помогу. Ну что, во-первых, у нас есть третья новая участница, которую зовут... Смотрите, мы все выходим из театра, забираем микрофон, и прямо через 3, 2, 1, ты в эфире, поехали! Всем привет, я новый участник твоей тяжкой, я рада приветствовать всех на партийной зоне, и только у нас самые именитые, самые знаменитые артисты, и, конечно, самые лучшие ведущие, самые веселые зрители. О, отлично, это просто, я мне кажется, что она уже на первой точке, итак, она везде. Thank you.